Всемирный фонд дикой природы в Ненецком округе впервые запускает собственную программу по защите и сохранению русской Арктики «Забери медведя домой». Речь, конечно, идет не о настоящем, а всего лишь о плюшевом мишке. Чтобы его заполучить, необходимо внести пожертвование. Все собранные деньги направят на работу Всемирного фонда дикой природы в нашем регионе. Подобные акции уже давно успешно работают и в других субъектах страны, в частности, на Чукотке. Мало кто знает, что Всемирный фонд дикой природы – это общественная организация. Она существует исключительно за счет благотворительности простых людей. Новая программа, которую фонд запускает в Ненецком округе, станет для нас первой. Ее смысл – собрать средства, которые в дальнейшем направят на сохранение и защиту белых медведей на территории нашего субъекта. Суть этой программы заключается в следующем. При пожертвовании от 1500 рублей на сохранение белых медведей российской Арктики любой пользователь интернета получает в подарок вот такого медвежонка, а также именной сертификат, подписанный директором ВВФ России Игорем Честиным. Этот подарок можно сделать себе, можно сделать своим близким людям, можно сделать своим детям. И очень важно, что большая часть стоимости идет именно на сохранение российской Арктики и на работу ВВФ в Ненецком автономном округе. Ознакомиться с условиями акции «Забери медведя домой» можно на билбордах, рекламных щитах, которые уже установлены по дороге в аэропорт, а также в центральной части Нарьян-Мара. Проект поддерживается администрацией Ненецкого округа.